Меня зовут Борис. Мы построили деревянный дом и очень долго думали, как его осветить. Перебрали кучу решений и остановились на одном, что нужно делать слаботочку. Это безопасно, во-первых, во-вторых, очень экономично. Вот, ребята с СВГ подсказали, как чего, нарисовали там целый проект, сделали смету, сделали хорошую скидку, что очень важно. Вот, в итоге мы там, наверное, в течение полугода достраивали дом, потом начали устанавливать свет. Очень круто получилось, очень радужно, можно менять свет, настроение меняется. Подсветка на лестнице – это вообще бомба. Кто приезжает, видит вообще, говорит: о, нифига себе, у вас крутая лестница. Вот, так что всем советую. Безопасно, качественно, мало потребляет. Спасибо, ребята, за такие классные идеи, классный свет. Всем советую. Обращайтесь в СВГ, к Владу. Влад, мужик.